Голосуют сегодня также в Венгрии, правда, по другому поводу. Там проходит референдум о мигрантских квотах. Ну, по плану Евросоюза, Будапешт должен принять с распростертыми объятиями почти 1500 беженцев с Ближнего Востока и Африки. По мнению социологов, большинство венгров, большинство населения страны скажет твердый «нет» такому предложению. Но если быть точным, вопрос на референдуме звучит так. Хотите ли вы, чтобы Евросоюз имел право переселять на территорию Венгрии людей, не являющихся гражданами страны, без одобрения национального собрания? Imádkozok érte, hogy a nemek győzzenek.